Рада Маркет, что с тобой представляет это мероприятие? Это мероприятие представляет собой маркет разных молодежных организаций и инициатив, куда молодежь может прийти, поучаствовать, увидеть какие-то новые возможности. У нас есть несколько площадок. Это площадка, где мы показываем социальное кино. Это площадка живой библиотеки и других молодежных организаций и инициатив. Есть три еще комнаты. Это торбо-шоу, это такие воркшопы по пошиву эко-сумок. Вместо того, чтобы использовать пластиковые пакеты, они шьют эко-сумки и ходят потом с ними в магазин. Потому что на вот теперь, у 2017 года, пластиковый пакет и, в принципе, одноразовое споживание, это, мягко кажучи, вельми великая шкода, а коли серьезно, это серьезная рызыка не просто навокольному осяроддзю, але и на перш здоровью людей, усіх нас. Потому что пластиковый пакет, яким мы у среднем користаемся каля 15 альбо 20 хвилин, он амаль не раскладается. Ці докладней за 500, 700, 800 годов, что, в принципе, амаль той самой, что и не поле. Тканевая торба – это одинае, признанное экологами, альтернативное решение для тех, кто хочет дбать об наваколле. Лекция была посвящена сну, науке сна, состояла из понимания базовых основ сна. И если у людей были какие-то вопросы, они могли уже понять, почему возникли эти проблемы, и, понимая эти основы, как-то исправить. Да, то есть какие способы, какие техники помогут им восстановиться, ресурсироваться и отдохнуть, если это им не удалось сделать в течение ночи. Что такое ЛАРП и что представляет собой, можно ли назвать это театром, и как объяснить это людям? Да, ну, с театром это все-таки назвать нельзя, потому что, ну, это не театр. ЛАРП — это ролевые игры живого действия, и, ну, можно сказать, что это импровизация, это совместное создание истории, где нету второстепенных и главных персонажей, а каждый человек — главный персонаж своей истории. Но есть как бы ЛАРПы, которые, ну, изначально нацелены на то, чтобы заставить людей почувствовать себя очень хорошо. Например, есть ЛАРП, где все люди играют щеночков, и они просто ползают по полу, и они в течение полутора часов, они как бы щеночки. Ну, этот ЛАРП конкретно, который мы будем играть сегодня, он про театральную труппу начала 20 века, которая пережила и взлеты, и падения, и обстоятельства. Мне кажется, что молодежь, она достаточно активная, можно посмотреть даже на то, сколько пришло вот сюда к нам сегодня людей, и это меня очень радует лично. Я думаю, что все у нас хорошо с молодежью. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.